комплимент, но кто знает. Так. Вообще, эта игра вроде как имела довольно большое турнирное значение. Это я так, чисто между делом скажу. В том плане, что там очень плотная группа, это Виверная. И там, в принципе, и Египтянин, и Реда, и Уфист, и... Нет, Уфист в меньшей степени. Амос, Неон, Грандкор, все имеют шансы на выход. Вот только Уфист имел очень призрачные. Там от него как бы ничего не зависит, кроме того, что надо победить обе игры. И даже при этом как бы не факт. Сильно не факт. Ну, Амоса попроще. Амоса вот эту игру надо выигрывать просто кровь из носу. Если он не выигрывает, то как бы можно помахать рукой вышки, скорее всего. Что-то по ощущениям ивент сыграл немного в минус. Вам так не кажется? Не факт, конечно, что сейчас про эльфы как-то раскидают зонок. Забавно, что крепкие руки такало, блока что-то не завезли. Заметь, что эльфы такие прям агрессивные. Типа стараются избить весь лос. Блин, обожаю этого кетчера. Очень клёвый. Вообще, конечно, ничего не сказать. Уфис делает шикарные тимы. То есть, что бидонцы у него были околокосмические. Что... Вот я говорю, дайте таких про-эльфов, там, Рингтейлу, он возьмет чемпионство. Или там, дайте таких Ногогрызу, он там и пошумит. Ну, вышку выйдет. Что сделает вышки, непонятно. Ой, как хорошо. Культ стаба, пацаны. Притом заметьте, что как бы зонки тоже дерутся. Все дерутся. Обычно так и есть, что самые кровавые матчи, это когда встречаются две команды про мяч, теоретически про мяч. И начинают друг друга бить ногами по печени и по почкам. Ну это обуз зонки, да. Обуз зонки без гардов смотрится уныло. Я ж потом Амоса предложил, типа, Амоса, попробуй поиграть в другой обуз в ладдере, когда у тебя 4 блицерки. Амос понял, что 4 блицерки с 4 ранними блоджерными гардами, это действительно очень удобно. Я все-таки считаю, что как бы, ну, anyway, по соотношению цена-качество, блицерки у зонок прям очень хорошие игроки. Они вполне стоят того, чтобы закинуть на них денежку и играть через них, условно говоря. Все-таки это сразу 4 игрока, легко прокачиваемых, супер полезных из коробки и с выходом в силу, который иногда зонкам прям сильно не хватает. Ну, это по моему нубскому мнению, как бы. Не пинайте меня, я так думаю. Я слышал, что масс-гарды вообще работают почти на любой команде. Кроме халфлингов там, например. Но в рубле есть некая когорта людей, которая пытается изобрести велосипед. Типа, например, там... Вот-вот, абузонки — это придумывание велосипеда. С квадратными педалями и всякими другими интересными вещами. Потом, например, комбинатор, который уже на протяжении 20 сезонов пытается превратить... как называется-то...
пытается соединить аркскийскую идею с командой этих аристократов. Я до сих пор считаю, что это очень плохая идея, но как бы комбинатор с упорством, которое, как бы так выразиться-то, достойно лучшего применения, продолжает эту мысль. О, привет, Амоса. Приятненько. Ну, слушай, все-таки Колян при этом как бы умудрялся относительно долгое время сидеть в вышке. Потом, правда, уровень игры все-таки в рубле несколько поднялся, на мой взгляд. Плюс Колян еще немножко заржавел. И все стало как бы это... Еще-то идея стала хуже работать. Колян просто играет в такой, типа, антифутбол. Он вот катает свое сраное катеначо постоянно. Я не одобряю это, но все-таки иногда это работает. То есть, вот как бы Колян создал команду, что ты вот ее встречаешь, да? И ты вроде понимаешь, что как бы ты понимаешь, как с ней играть. Ты как бы осознаешь этот рисунок игры, мысли, вот это все. Но при этом ты все где-то вот в голове думаешь: ой, блядь, опять холопы. Вот единственное, что команда Колена вызывает. Вот эта вот мысль. Ой, блядь, эти холопы. Не уверен, что это хорошо, но вот Колену нравится. Плохой фол. То есть... Колян придумал прямо как бы потрясающую команду с нулевым КПД. То есть, имеется в виду, что команда, которая, ну, как бы не может упасть ниже определенного уровня, но и не может подняться выше определенного уровня. Она просто мешает другим. Колян как бы создал идеальную назойливую муху. Вот так вот. Это, видимо, знаете, на меня влияет игра в Hearthstone Battlegrounds, когда вот Рагнарос со своим... Ой, нет, не, или не Рагнарос, или нет. Или Алакир. Кто там говорит? Вы как назойливые мухи. Я вот что-то не припомню. Алакир или Рагнарос? Нет, наверное, Алакир, потому что Рагнарос обычно кричит: «Очиститесь огнем!» И вот дальше там вот это вот все. Странно, что, смотрите, они добавили вот Алакира, они добавили Рагнароса, есть еще Нептулон, этот, который водный, он в виде карточки, которая Мурлачей выдавала рандомных. А есть же еще земляная толстенная бабища, я не помню, как ее зовут, вот ее что-то до сих пор не было. Нептулон, Алакир... Алакир, Рагнарос. Кто, а кто четвертый? Даже сейчас попробую найти. А, Тирозан, точно. Тирозан. Я что-то и забыл. Напоминает тетку, которая в маршрутке, в автобусе билет продает прям. Вот, есть такое. Странно, что до сих пор не выпустили картонку про Тирозан. Что-то как-то эльфы довольно успешно справляются с тем, чтобы держать зонок на вытянутой руке и бить их потихоньку. Чё-то мне начинает казаться, что играть против про-эльфов без МБ-такл ПО девочки как-то напряжно. У вас нет такого впечатления? Как бы ощущение, что концептуально идея не работает. Я имею в виду, абуз зонки не созданы играть вот с вот этим вот.
Ну да, я говорю, как бы эльфы-то просто делают свой hit and run. Они бегают, бьют зонок, зонки их как-то не очень бьют. Армор у них примерно одинаковый. Как бы, если ты при одинаковом... при одинаковом арморе делаешь больше ударов, то, в принципе, твой оппонент будет кончаться потихоньку. Ну, вот проблема метанола, что просто у... и там седьмой армор, как бы. Они друг... они нивелируют магическую силу друг друга. Душная Зара прилегла. Сейчас мы узнаем, помнит ли о подскоке Амоса. Ну, вот так вот. Нагагрыз, я не очень понял, к чему ты сказал, помните, о детях, но мне нравится новый мимасик на тему того, что в киберпанке нельзя будет убивать детей, и там сразу типа, ну, для этого у нас есть Nexus мод. Я, правда, честно скажу, за все время я оставил мод на убийство детей только в Моровинде, и он подарил мне несколько приятных минут, или часов. Или дней, не помню. А вот. Правильная попытка выбить хорошую вычку. Единственное, что меня удивляет, что вроде как, типа, три рерола, а чё их так морозит уфист? То есть, как бы, у него тут все, что делает сейчас уфист, оно имеет... встроенные реролы. Почему он не переролил действительно довольно важный удар? Как бы, по сути-то, девочка одна из очень важных. Да сейчас, как не открою любой подростковый сериал, и там что-то как бы тоже все такие. Типа, учишься в универе, значит, тебе лет 40. Учишься в школе, значит, тебе лет 30. Один оставил на плюс ход. Так уже как бы еще больше оставил. Два оставил на плюс ход, султан. Ну, вообще, конечно, остановить атаку проэльфов тяжело. Мне тут недавно Нагагрыз рассказывал, что ему не нравится играть за проэльфов. И он очень плохо играл в атаке. Я не очень понял, как у Нагагрыза получилось. Плохо. И, кстати, не ошибся. Надо было доджить-то направо. И... прокатило бы. И прокатило бы, кстати. То есть, если был бы додж и удар сюда, то оно бы получилось. А, мисклик. Окей. Окей. Ну и, конечно, точность и сильная рука — это вообще имба. То есть, когда вот эта дрянь еще поймает, ну, возьмет пас... потом, может, еще поймает какую-нибудь агилу, то можно будет смело поливать в лицо уфиста. Вообще, в целом, конечно, остановить атаку проэльфов тяжело. Типа, остальные нервы там, всякие кычи, всякий остальной бред, вот этот пасун. Это вообще бесит. А вот и Вантерн. Ну, понятно как-то. Бывает, бывает. Чмок. Плохо я чмокнула Зара. Просто по факту, вот серьезно, ну не работает сейчас в этой игре идея обуззонок.
Вот мне как раз не нравятся во многом такие абуз команды, потому что у них есть довольно широкий ряд матчапов, где они сосут жопу. Где прямо у команды действительно очень хреновый рисунок игры. Ну и опять же, конечно, зонки, на мой взгляд, не настолько клёво играются, как холопы. Я, конечно, холопов больше хейчу, потому что они более раздражающие. Да не, просто я говорю, меня больше всего удивляет Самоса, что он хейтит Блицерш. Это уж очень сильно влияет на игру команды. Прям зонки очень плотно сели в клетку. Но самое прикольное ведь, что клетка-то плохо работает против конкретно этих эльфов. Привет, Дио! Как твои дела? Тут ты... Слушай, Дио, ты знаешь, тут уже... набралась группа поддержки не в твою сторону. Вот уходят всякие ситары и как бы начинают подначивать народ на тему того, что там вот это Диамет. И там Брайт тоже начал закладывать крамольные речи на тему того, что рано или поздно они все-таки треснут. Вот это вот все. Ты прям началось антидиаметское лобби. Вот. Ой, привет, Демюрк. Смотрели твою игру? Практически ключевую. Молодцом. А чё в один-то Д, лол? А чё не подвести-то лонерку, лол? Сейчас вообще можно было-то привести. Ну, ладно. Ну, лонерка сейчас подойдет, но вообще-то был 2 плюс 2. Ну, ладно, ладно. Ну, вообще, во втором тайме казалось, что Башберт должен донести до ничьи. Но отсутствие реролов, конечно, повлияло. Ой, как неприятно. РР. Но вот, когда доберет этот кетчер, будет очень жестко. Когда он доберет такл, вообще не знаю. Вот честно, кетчер клевый. Однажды мы разобьемся и переиграем. Может быть, даже сегодня. Посмотрим. Я в тебя верю, Дива. Я верю в то, что ты выйдешь в ПО. В ПО все-таки вещь, которая сложно прогнозируется. Но я как минимум буду рад, если ты выйдешь в него хотя бы. Я сегодня уже сказал, что на мой взгляд, даже выход в ПО это уже типа очень большая победа. С учетом того, как котировались твои... шансы до сезона, то сейчас все замечательно. Yeah.
Тяжело будет даже с магом. Эльфов, в общем, достаточно много еще. Хотя потеря, конечно, траверка несколько влияет в негативную сторону. Hello, Берман Дарквинг. Ну, в этот раз кетчер, я думаю, справится с задачей носить мячик. Там, конечно, единственное, что неприятно, это получить молнию в него. Все-таки седьмой армор. Маг бьет с МБ. Это немножко не... Ой! Вот это, кстати, супер важный момент. Вот это шара. Это абсолютная шара. Но это шара, которая прям поддушивает сейчас, да. Роксана, кстати, Роксана правильно выведена вперед, потому что она прям давление на мяч серьезно оказывает при маге. Да, и, кстати, молодец, Уфис понимает это. Это когда он сказал? Ну, я всегда готов поучаствовать на каком-нибудь форуме. Я разговорчивый парень. Вот так вот. Люблю работать языком. Только я не уверен, что я уважаемый человек. Я как бы... Я уважаемый балабол, может быть. А может и не очень уважаемый. Это вчера, как я вот немножко потроллил Аданта, а там прям на Твиче сразу чел такой: да блин, чё этот Сингола обижает Аданта? Он всего лишь пару сезонов поиграл в вышке. Он играть-то не умеет. Я такой, ну понятно, да. В принципе, согласен. Жутко тормозить на Твиче? Ну, странно. Ты, ну слушай, я его душил относительно по делу. Я стараюсь подходить к удушению справедливо. Я душил Аданта, пока ему перло. Как только кубы перестали заходить, я перестал душить Аданта, заметь. Я суров, но справедлив. Просто у Аданта в последнее время есть манера говорить о том, что, типа, ему заходит, а он такой: да я на скиллухе, чё. И, кстати, ГФИ сразу оба были кинуты. Но прокатило, кстати. 2-1. Вообще, на самом деле, не такой простой гол был.
Ну вот, понимаешь, Ситару-то идет вот это вот подтрунивание на тему того, что, ну как бы были средние там, или я на скиллухе. Ситар все-таки может создать впечатление интеллигентного тролля. А Дант, на мой взгляд, не совсем тянет на интеллигентного тролля, поэтому хочется его поподкалывать на эту тему. Ну, у меня вчера еще было настроение такое, весьма игривое, поэтому я немножко не удержался и это... совместил приятное с полезным. Вот так вот. Вот, конечно, вот эту дрянь снимать каждый раз будет очень напряжно. Да, но я бы на месте тоже забивал бы. Буду высылать разведчиков. Ситар во сколько играет, Дио? Ой, как нехорошо. Вот стоит дрянь, конечно. Еще представьте, он наберет подкат потом сверху. Вот этот кролик-заяц Джоджи Рэббит будет дико неприятным. Тоже в 19? Ну хорошо, у меня два монитора. Я, блин, чувствую, я уже не дотерплю. Я думал отправить зрителей к вам, но я уже не дотерплю. Мне что-то охота пообедать, а то уже 6 вечера почти. Буду смотреть вас обоих, на тебя со звуком и Ситара картинкой. Блин, а кому интересен Арсенал и Тоттенхэм? Арсенал после Венгера никому не интересен. Ну да, Мауринье крутой, но Лузерхэм кому нужен? Так как говорится-то... Говном не были, но до вершин-то и не добрались. Как Тоттенхэм? Как Тоттенхэм? Унизит ли? Хотя Жозе в этом сезоне хорош. Так. Ну вообще голд ценой непростой. Все-таки там... Так, сейчас посмотрим. Обидно, обидно. 3+ не прокатил.
Ну, потому что она сидела в центре под это, он собирался через, как называется-то, через 3 плюс пихать. Ну, зонки, на мой взгляд, сами немножко подвезли. Я имею в виду атаку, тем более с магом. Привет, Бобби, рад тебя видеть. Пёсель у тебя вообще топич. Я сегодня даже кидал ссылку на твой инстаграм.